Как ты себя чувствуешь? Думаешь, хорошая победа? Да, чувствую себя отлично. Травм нету. Готов даже двигаться. No injuries. We're gonna move forward. What happened at the end of the fight? It looked like the commission came in at the end. Like something happened afterwards. Что случилось в конце боя? Комиссия вышла в клетку, как бы суета была, разнимали вас. В бою ничего не контролируешь такое. После стопа никто не слышал, может для этого никто не, ну, не слышно бывает, то что. Well, when you fight, you know, sometimes you don't hear the bell, so maybe things got a little heated. There was tension going on, so it's all emotions, I think. But overall, you know, it was all tech. Был ли конфликт, было заметно, что напряженка была между тобой и командой? Что было, расскажи? Ну, какие-то посты делал в соцсетях, выкладывал какие-то фотки, говорил много. Ну, это-то ничего личного не заделал мне, это хорошо, если задел бы по-другому, все было бы у нас не принято. There wasn't you know, much going on. He was posting online on social media, you know, some posts and saying this and that, but there was nothing personal. I think he did well. Чисто такой спорт.